Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в фемалочку на Серебряный Ролеплей, 4-й сервер. У них здесь легенда Путбул, не забывайте вводить мой ник при регистрации. И также не забывайте вводить мой промокод, пишите МН, 10-й пункт и промокод. Пишите вот такой промокод KGAME, как только вы тратите 7 часов, вы получите 50 тысяч. Так что обязательно его используйте. Ну что ж, пацаны, в прошлом видео я снимал обзор, тестировал Mercedes 63S. А сегодня мы будем тестировать Mercedes Maybach, пацаны, это уровень уже выше получается, поэтому, пацаны, с вас обязательно лайки. Сегодня мы будем тестировать вот эту красивую малышку в черном таком цвете. Если что, я ее арендовал, у меня нету столько денег. По-моему, в автосалоне она стоит около 15-20 миллионов, я точно не помню, но примерно что-то типа такого. Машина очень элитная, представительная, это лонг у нас получается, видите, видно по двери, что это лонг. Типа, майбахи все, по-моему, лонговые идут, поэтому здесь разницы нету. Мотор у нас стоит здесь V12, в принципе, хром везде у нас. Вот значок, кстати, Майбаха. Кстати, Майбахи раньше были не такие. Раньше было отдельное подразделение Майбаха. А сейчас Майбах объединился с Мерседесом. И получился Мерседес Майбах. Это тот же самый 222, только чуть больше, понимаете? Это есть Мерседес, 222 кузов, в принципе, S-класс. Это просто Майбах S-класс получается. На базе 222 сделан этот Майбах. Да, у нас здесь колеса, кстати. У нас колеса здесь, кстати, обычные. А есть именно такие колеса, блин, они как виралька идут. В принципе, очень охуенные. Они, по-моему, отдельно идут, типа, как докомплектация, поэтому они очень классные. Давайте посмотрим, что на под капотом, а потом уже заглянем, что у него в салоне, и посмотрим максимальную скорость. Ну, под капотом у нас, в принципе, все здесь закрыто. У нас здесь стоит V12, хотя почему-то, смотрите, написано V8. Наебалово, блядь, видите, V8 написано. Возможно, здесь просто другой мотор, типа, поставили. Но, на самом деле, по-моему, в Майбахе ставится V12, V8 ставится и дизель ставится. Но здесь везде шарики V12. А стоит, по сути, V8. Наебалово, пацаны, ай-яй-яй. Наебалово, видите, V8 написано. А видите, здесь вот шильдик V12. Немножко нас наебали, да, с комплектацией, в принципе. Ну, ладно. Так, вот такой у нас багажник, тоже обшитый чем-то там, не знаю, чем именно. Видите, вот надпись Майбах. Но на самом деле, это Mercedes Maybach E600. Если быть точным, это вот такой вот Mercedes. Так, давайте, я думаю, посмотрим уже салончик и потом уже прокатимся на этом замечательном автомобиле. Ну что ж, давайте посмотрим салон. Я думаю, самое интересное будет сзади, в принципе. Вот эти кресла. Самое охуенное место, пацаны, в Майбахе, это вот с этой стороны, с правой стороны, получается. Вот. Эти кресла у нас выдвигаются. Здесь у нас хоть... А где экранчики? Алло, экранчики где? Тут должны быть экранчики вот здесь. Это у нас хуёвая комплектация на самом-то деле. Да, мчалька. Но, видите, у нас раздвоено. Есть обычный диван можно заказать, либо раздвоенный. Раздвоенный считается типа охуенно. Вроде бы как. Поэтому да. Ну хотя, скорее всего, нет. Нельзя диван заказать. Это 222 можно диван сзади заказать. Либо двойное сиденье, типа два сзади. Да, а в Майбахе только два идет, вроде бы как. Ну, салон, не знаю, мне как-то этот цвет салона не очень нравится, но хотя неплохо смотрится, вроде бы как. В принципе, да, музыка на самая охуенная здесь, там. Подсветки, кстати, я что-то не вижу, пацаны. А что подсветки по кругу нету, а? Где подсвет? Подсветки вообще как-то не вижу этой. Ну да ладно, ну как-то салончик на самом деле мне не очень нравится. Вот, чисто мое мнение, как-то не очень прорисован. Как бы, да, нету мониторчиков, нету такого ничего. В принципе, да, холодильничек у нас вон здесь находится, холодильничек. Здесь у нас, по идее, находится бардачок, там есть пульты от мониторов, но мониторов самих почему-то, блять, нету. Ладно, это само собой, давайте присадим сзади. Ну, сзади, я думаю, неплохо сидеть, в принципе, да. По-любому, я думаю, нехуево так сидеть. Ну, не знаю, у меня, в принципе, есть такой же Maybach, только на другом сервере, кстати, не буду говорить на каком, в принципе, ну, я думаю, вы поняли. И тот Maybach мне как-то больше нравится, честно говоря, там где диски другие стоят, вроде бы как. Поэтому, конечно, да, это машина для пассажира чисто, для мажорчика, знаете, чтобы он сзади сидел, но водителям здесь тоже можно быть. Вот, кстати, вот этот Maybach быстрее, чем тот Mercedes C63S, который я тестировал. Он реально, у него с места подрыв очень хороший. Давайте протестируем его, в принципе, максимальную скорость. С места он едет очень даже неплохо, я вам скажу, реально. И выглядит, блин, охуенно выглядит. Мне и 222 нравится, и Maybach Mercedes нравится, в принципе. Да и старые Maybach мне тоже, кстати, нравятся, они тоже неплохие. Так, я уже только что тапочку в пол дал. Короче, пацаны, этот Maybach быстрее, чем C63S. Прикиньте, какой я тестировал в предыдущем видео. Этот малышка едет больше, чем 200 км. Сейчас мы попробуем разогнаться, в принципе, максимальную скорость. Реально, эта тачка едет быстрее, чем тот Mercedes. Хотя должно быть, по идее, наоборот. Хотя Maybach сам по себе тоже неплохо едет, если тем более вот 12. Итак, 202 км. А Mercedes C63S ехал 185, пацаны. Понимаете, Maybach быстрее. Реально, он валит, реально, у него узкий
ускорение очень хорошее, как бы. Я вам всем советую покупать эту машину, даже если вы будете ездить водителем, а не пассажиром, в принципе, вы можете покупать себе вот такую вот машинку. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.